«Бизнес-по» — это серия настольных экономических игр от FlixPlay, которая наследует оформление и правила монополии. Игроки смогут развивать бизнес в родном городе Украины или же отправиться в путешествие по достопримечательностям Родины. Среди нового и интересного в украинских версиях монополии стилизованное под конкретный город игровое поле, улицы и объекты, а также новая категория карточек — лото. В лото игрок сможет быстро выиграть деньжат, выполняя задания, основанные на удаче. Например, бросьте 2 кубика 3 раза. Если хоть раз выпадет 1 или 3, получите 1500. В основном правила не изменились, и игрокам все еще нужно обанкротить своего коллегу. Стоит отметить, что игры получились с изюминкой. Например, монополия по Одесске поднимет настроение каждому, ведь во время игры вы встретите много колоритного юмора. Провести экономические баталии можно в Киеве, приобрев киевский метрополитен, допустим. Также игроки смогут приобрести монополию по Днепровски, где карточки содержат цитаты известных днепрян. В бизнесе по-запорожски представлены известные компании «Моторсич», «Запорожсталь», «Днепроспецсталь» и другие. В монополии по-полтавски вы сможете приобрести университеты, автовокзалы и железнодорожные станции.